В Дубасарах в эту субботу более 100 человек сдали экспресс-тест на ВИЧ, сифилис, гепатит Б и С. Сейчас в городах Приднестровья идет бесплатное тестирование. К людям приезжают мобильные бригады медиков. Желающих провериться много, рассказали в республиканском диспансере по лечению ВИЧ-инфекции и гепатитов. А так как у нас который год подряд экспресс-тест расширилась в плане гепатита В, гепатита С, сифилиса, поэтому желающие все-таки появляются больше. Надеемся, что таким образом люди будут активно идти на тестирование и захотят узнать состояние своего здоровья. У нас уже есть выявленные случаи гепатита С, случаи ВИЧ-инфекции. Конечно, это единичные пока случаи, но мы только начали набирать обороты. Сегодня мобильная бригада работала в Первомайске. В столице тестировать будут дважды. 17 мая всех желающих сдать экспресс-тест мобильные группы медиков ждут у сквера авиаторов. И 21 мая в Екатерининском парке. Также бригады приедут в Слободзею, Рыбницу, Григориополь, Днестровск и Каменку. Где конкретно и когда тестирование будет проводиться в вашем городе, можно узнать на сайте Минздрава или у участкового врача.